Добрый день. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел задать такой вопрос и обратиться к вам. Достаточно долго и очень регулярно обсуждаются вопросы. Обсуждался на площадке РСПП и вместе с Андреем Ремовичем по вопросу технологического развития России до 30 года. И этот вопрос проработан, затрагивает многие высокотехнологичные наши отрасли на перспективу на следующие года. Но сложившаяся вот сейчас нынешняя ситуация, я как руководитель предприятия, в сложившейся ситуации есть достаточно серьезные моменты. Прежде всего в том, что есть наработки предприятия, научно-производственные предприятия. То есть у меня 1/3 работников – это конструктора, разработчики, системотехники. Есть свои разработки, которые как раз прикладные, я имею в виду не для гражданских нужд, а для наших нужд. Есть эти разработки, есть наработки, есть понимание, как их внедрить. Но получается следующая ситуация, что мы сейчас, вот в данный момент имеем, не имеем того переходного момента и не имеем той... Переходного чего? И переходной стадии для того, чтобы обеспечить в нынешний момент комплектующими, сырьем, которое мы можем. Нет комплексного понимания того, что есть на каждом предприятии, и нет единого регулирования. А это нужно делать уже в этом году, потому что запас хода у нас есть на предприятиях. Конечно, мы дальше будем выполнять наши поставленные задачи. Но вот в данный момент вот надо именно сегодня, сейчас, в течение этого года принимать эти программы, переходные программы, пока не заработала в полной мере наша концепция технологического развития, когда полностью не заработают все меры поддержки, когда не заработают финансовые составляющие. Вот именно сейчас, потому что запас хода на самом деле очень маленький. Я хотел бы хотел спросить у вас, как вы относитесь к этому? И может быть, необходимо эти программы переходные именно на 2023 год, может, до второго квартала 2024 года, эти программы подработать, и чтобы они дошли до нас, до руководителей предприятий, на предприятии, чтобы мы продержались и до момента заработали, чтобы когда начнет работать концепция наша по технологическому развитию. Спасибо. Я мог бы попробовать сразу ответить, но вы упомянули Андрея Романовича. Он как бывший сотрудник Госплана СССР, большой докер этих вопросов. И я его попрошу расшифровать то, что вы сказали. Давайте с этого начнем. Да? Садитесь, пожалуйста. Владимир Владимирович, я никогда не был сотрудником Госплана, но я был рядом, очень близко. Поэтому расшифровать, конечно, попытаюсь. Значит, чего здесь плохого-то? Чего вы отказываетесь? Я был сотрудником института Госплана, правда, поэтому плохого ничего не вижу. Я хочу сказать, что речь, видимо, идет о том, что действительно у нас сейчас есть острая необходимость в широком круге импортозамещения совершенно конкретных комплектующих. Такая система была развернута, и она была развернута еще до, на самом деле, начала санкций. Как она устроена? Я думаю, тут больших секретов не открою. Значит, есть в Минпромторге есть перечень комплектующих, которые необходимо локализовать. Этот перечень, естественно, сделан на основе заявок предприятий. Их где-то порядка 400, номенклатура. Дальше, по этому перечню Минпромторг либо ищет непосредственно производителей и разработчиков, либо с помощью агентства технологического развития подбирает тех, кто перспективно мог бы это сделать, с помощью в том числе так называемого обратного инжиниринга, других технологий, создана сеть специальных организаций, которые занимаются научной и проектной подготовкой такого рода работ. Дальше выбираются производители, они, собственно, это все делают, финансируют эту всю программу, это главная его функция, как раз вышеупомянутый фонд развития промышленности. Это основная его миссия, основная задача, на которую он идет. Там есть, наверное, какие-то ниши, не
недоработки, там, как всегда, все необходимо совершенствовать, но система такая существует. Я просто, коллеги, предлагаю обратиться в Минпромторг непосредственно. Давайте, можно через меня это сделать, можно непосредственно через Василия Сергеевича Ясмакова, который этим занимается предметно, заместитель первого министра Дениса Валентиновича. И я думаю, что эти вопросы будут решены. Но надо идти с конкретной номенклатурой. Да. Вы именно это имели в виду, да? Понятно, эта работа ведется, и импортозамещение идет, комплектующих. Я чуть-чуть про другое. Про то, что на данном этапе мы имеем свои разработки. Мы готовы их внедрять. А именно из-за того, что, так скажем, сейчас пока эти меры поддержки не заработают еще в этом году. Должны заработать. Вот технологические платформы, о которых я говорил, о которых говорил Матуров Денис Валентинович, именно на это и направлены. Именно на это. Ну здорово, если они заработают, тогда это будет нам хорошая поддержка. Вы правы абсолютно. Это именно те проблемы, которые наши недоброжелатели, а как военные люди говорят, противник, хочет нам создать в среднесрочной перспективе. И нужно сделать все для того, чтобы у нас все было хорошо, а им грустно. Поэтому вот вместе с Денисом Валентиновичем поработать. Денис, ведь об этом речь? Да-да-да. То есть, если у коллег есть разработки вот, в сфере импортозамещения, речь не должна идти только об обратном инжиниринге и о том, где бы чего-нибудь там посмотреть. А прежде всего, конечно, речь должна идти о том, чтобы заместить своими разработками. Вы правы абсолютно. Это вот мейнстрим, основное направление нашей работы. Спасибо. Спасибо вам.